Мы начали свою прогулку от пересечения Фестивальной аллеи с улицей Карла Маркса. Здесь же в сквере установлен памятник этому немецкому философу и экономисту, автор-скульптор Едунов. В Кёнигсберге улица называлась Сарландринг, проходила по районам Хуфен и Амалиенау. Скорее всего, назвали ее в честь земли Саар, из-за которой Германия постоянно спорила с Францией. После поражения в Первой мировой немцы вынуждены были уступить Саар, но весной 1935 года его жители проголосовали за присоединение к Третьему рейху. Раньше, до 1930 года, на этой улице проходила железная дорога. Сюда были обращены задворки домов соседних улиц – Хагенштрассе и Штенгеманштрассе. Когда железную дорогу закрыли, по аллее пустили трамваи. Цветные вагончики для каждого маршрута свой цвет ходили с 5 утра и до полуночи. В 1945 году движение трамваев было остановлено, электролиния и рельсы были повреждены. После войны движение восстановили, уложив 700 тонн рельсов, демонтированных с улиц Советска. И трамвай надолго стал единственным транспортом в городе. Сейчас здесь проходит 5-й маршрут трамвая. История названия этой улицы кроется в одном интересном событии в СССР – фестивале молодежи и студентов в Москве. Дело в том, что комсомольцы, строившие аллею, за ударный труд получили путевку на фестиваль. Московский фестиваль 1957 года запомнился надолго, и новую аллею решили назвать фестивальной. Вдоль аллеи растет порядка 250 деревьев – дубы, каштаны, клены. Но, к сожалению, они уже давно старые. А так как ухаживать за ними постоянно город не мог, многие деревья наклонены, имеют наросты, на многих из них лишайники. А это памятник культурного наследия нашего края – дом жилой с женской скульптурой на фасаде. 20-е годы 20 века. Точный адрес – коммунальная 36-38. С небольшого выступа на торце обращена скульптура – фигура девушки в платье цвета морской волны с поднятыми голове руками. Есть версия, что архитектор, живший в этом доме до войны, изобразил свою дочь, погибшую от несчастной любви. Вот такая она, фестивальная аллея в Калининграде.